В четверг утром в Саранске произошел крупный пожар в жилом доме. В хрущевке на улице Тани Бибиной загорелась квартира на втором этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательной службы горение происходило открытым пламенем. По словам соседей, в этот момент внутри находились два человека – хозяин квартиры и его сын. Первыми из экстренных служб на месте оказались сотрудники полиции, патрулировавшие улицу. Их позвали очевидцы. Зайдя в квартиру, между комнатами в прихожей лежал мужчина, можно сказать, без сознания. Я взял за ноги и стал вытаскивать из квартиры. Вытащил из квартиры на лестничную площадку. Пошел на улицу откашляться, так как схватил много дыма. В это время мои коллеги взяли этого мужчину и вынесли на улицу. Не успели полицейские прийти вовремя, неизвестно, остались ли бы хозяева квартиры в живых. К этому времени уже прибыли первые расчеты МЧС. Учитывая сильное задымление в подъезде, они начали эвакуацию. На улицу вывели почти 30 человек. Очаг пожара был обнаружен на диване. Соседи рассказали, что семья из сгоревшей квартиры вела асоциальный образ жизни. Отец и сын часто пили и курили. Диван загорелся. Ну а что же еще? По данным МЧС, хозяин квартиры получил небольшие ожоги и легкое отравление продуктами горения. Его сын не пострадал. Не исключено, что за проявленное мужество на пожаре полицейских поощрят. Екатерина Шокурова, программа «Происшествия».